Всем привет, друзья! Значит, Mercedes 211. Здесь установлен газ, жидкий газ вместо запаски. Поэтому запаска, друг выбрал вот такой. Прошлый раз, когда я снимал видео, запаска не надувался, и мы думали, что все такие, но это нормально, думаю, будет работать. Вот, посмотрите, какой маленький. Вот. И сейчас обычным компрессором автомобильным мы попробуем его накачать. Сейчас принесу. Вот обычный автомобильный компрессор Xiaomi 70 Mi у меня. И посмотрим, как будет и сколько время будет накачать обычным компрессором. Вообще до трех. Накачают, потом спускают немного. До трех. Так, здесь три поставить, да? Три поставить пока, да. Ставим три. И посмотрим, сколько время будет потребоваться, чтобы накачать вот это колесо. Так, все, старт. Так, да? Нажим. Ноль сорок пока. Может, заводишь, Саш? Заводим двигатель, чтобы... Все, уже насос стал работать быстрее.
здесь внутри стоит вентилятор и постоянно охлаждает. А так, если бы не вентилятор, то нагрелся бы. Уже почти. Три или три с половиной. Вообще советуют накачать больше, а потом оттуда спустить. Но сейчас он уже практически, можно сказать, готов. Сейчас спустим до трех, дойдет и автоматически выключится. Да, да. Сейчас дойдет до трех и автоматически выключится. Уже все готово. Так что это удобно, если у вас газ ставит. Все, выключился. Вот. Сейчас покажем. Приложим к колесу. Давай сюда, здесь светлее. Вот она становится полноразмерной запаской. Видите, все. Это 18, да, диски? Это 18 диски, да. Становится полноразмерной. Скажу, в чем нюанс. Эта запаска, она рассчитана на C-класс или на SLK. Поэтому у нее отверстие M12 тут. У меня на автомобиле M14. Да, М14, там здесь М12. То есть я мог бы рассверлить, но я этого не делал, потому что если я рассверлю, эта запаска будет идти только на задок. На передке суппорт задевает вот этой части. Угу. Значит, что я сделал? Я заказал проставку на 2,5 сантиметра, 25 миллиметров, которая закручивается на ступицу, и вот между винтами закручивания там есть отверстие с резьбой под М12. Просто ставлю переходник туда, ага, и затягиваю винтами М12 к переходнику. Понятно. То есть такой запаской, чтобы она вот по заводскому подходила к 211-му, я просто не нашел. Может, есть. Если кто-то знает, где можно достать, напишите в комментариях. А так я просто не нашел. Как долго спускается? Давайте снимем. Вот 3,5 атмосфер, 350 килопаскаль. Не, до 3. Это написано максимум. Максимум. Ну, баллон на 53 литра тут, в этот багажный отсек до 60 литров помещается, просто я вот такой сумел найти. Ну, в принципе, запаску теряем, а это очень плохо, когда в дорогу едешь без запаски. В городе я около 300 километров на 40 литров проезжал. В данный момент там надо регулировать поплавок, потому что в этот баллон больше 38 литров не помещается. Изготовитель рекомендует ставить на 80%, чтобы вот если 53 литра, то должно помещаться туда 80%. У меня и даже меньше 80. Но я думаю отрегулировать его так, чтобы хотя бы 45-46 литров помещалось, потому что 38 это... То есть ты сейчас максимум заправляешь 40 литров? Я в прошлый раз налил 38 литров, проехал 270 километров. В городе? В городе. Супер. Вот, а эта запаска... Ставим внутрь, и в принципе много места не занимает, а так без запаски это
Ну, тем более низкопрофильная резина, можно где-нибудь диск сломать просто и остаться стоять там. Запаска нужна. Вот и все, не мешает. Можно вообще ее приспособить вот так как-нибудь, скажем, прикрепить кверху, и она даже видна не будет. Ага. Ну, просто, я не знаю, стоит ли этим заниматься. Она и так, можно ее в чехол, и все. Понятно, спасибо.